Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Куда мы едем, ребят? И куда мы вообще едем куда-нибудь? Мы на вокзал поедем. Да, я снимаю. Ну, снимай, снимай. Так куда мы, Макс? Че ты кашляешь? Побежали. Мы едем в шалаш. А, мы на пробежку, подожди, мы на пробежку. Мы спортивные, мы самые спортивные из-за всего контракта, мы едем. Мы едем в Шанхай. Мы едем в Шанхай. В 6 утра мы едем в Шанхай. Ясно, ясно. А вы уже смотрели, что там посмотреть? Да, мы уже смотрели, что посмотреть. Так что ты меня проконсультируешь? Можно посмотреть то, что можно посмотреть. Бежали? Оп-оп. Михал. Ну там что-то дорого очень, я смотрел. На башню залезть? Сколько? От 400 до 600 юаней, в зависимости от высоты. 480 юаней? Нихера себе, 480 юаней! Там так написано. О! 70 бачей. Мы взяли билеты, вот так выглядят наши билеты. Такие, как визитные карточки, вообще, вуаля. Поэтому у нас, собственно, вот посадка сейчас будет за 10 минут. Мы за 10 минут просто запрыгиваем. На ходячий поезд запрыгиваем. Мы все заходим и погнали. Как-то быстро меняется, да, пейзаж за окном? Чуть не сдуло. Шестой модели столько не ездит. Летим со скоростью 300 км в час. Немножко, да, народу вообще мало. И отсюда пешочком по пешеходной улице с магазинами и с едой дойдем до набережной, с набережной по... Так, друзья, я приехал на вторую выставку. Выставка плоскопанельных дисплеев, возможно, телефонов и ноутбуков. И очень здорово и прикольно. Итак, еще раз расскажу. Если хотите посещать какие-либо выставки за границей, да и вообще у себя в стране, обязательно регистрируйтесь заранее, то есть проходите регистрацию онлайне. И сохраняйте штрих-коды и коды для того, чтобы сохранить время при регистрации. Потому что, как видите, народу тьма, толпа. И... В общем, вам это сэкономит время, если вы будете делать это заранее. Здесь очень много народу, то есть на первой выставке я столько не видел. Здесь на выставке плоскопанельные дисплеи, то есть тематика обширная. Экспо-выставка огромная, размеры вообще впечатляющие. Прошедшие выставки, на выставке много электроники, много проводников, полупроводников, в общем, все очень сложно для меня, как для неспециалиста. Поэтому выставка для меня прошла быстро, мимолетно, я прошел быстренько все павильоны с многотысячными квадратными километрами и решил, что все-таки пора стать самым настоящим туристом. Hi! 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 We'll be right back.
направо. Слева направо начнем. Открывашка, башня-открывашка. Это у нас Шанхайский всемирный финансовый центр. Высота 492-494 метра. Закончен в 2008 году. На тот момент, да и сейчас, собственно, является одним из высоких зданий, самых высоких зданий в мире. Седьмое самое высокое здание в мире. Далее. Центральное здание Циньмао. Оно было построено еще давно, около 15 лет назад. Высоту его я не знаю, да и неинтересно, старое здание. И вот самое справа от меня, это Шанхайская башня. Вот она у нас третья в мире. Высота 634 метра, по-моему, 640 метров, около того. Она уступает только Токийской, в Токио тоже около 680 метров, и Бурдж-Аль-Араб Халифа в Дубае. У нее 831 метр. $7 или $8 мне улетали вообще никуда. Ребя, какой же это кайф. Какой же Шанхай кайфовый, какой же он красивый, он здоровый, большой. Представьте себе, 27 миллионов человек живет в этом городе. Это 27 миллионов человек. Давай. Я чувствую, я сейчас так подрабатываю, это значит. Неожиданно подошло три туриста. О, прикольно, давайте сфоткаемся. Ну то, о чем я говорил, европейцы здесь пользуются огромной популярностью. Лей, кан, пей, два дома, два дома, лей, чин一点. Так, теперь следующее, я что-то на расхват. Итак, друзья, арендовал гостиницу заранее, тоже без помощи не обошлось. Интересно, это шутка, у меня 306 номер, вот 307, а вот 305. 306 нету. А, вот она же, забавная.
Всем пока.